Непростая экономическая обстановка коснулась и пивной индустрии. За первые 6 месяцев этого года продажи немецких пивоваренных заводов упали почти на 3,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Более того, по данным Федерального статистического ведомства Германии, за последние 10 лет производство и потребление пива в стране снизилось на 12%.